Здравствуйте, дорогие друзья! Всех поздравляю с праздником Песах! Седьмой день Песаха – это тот самый день, когда Всевышний открывает море. Делает огромное-огромное чудо. Море раскрывается, и воды моря были как две стены справа и слева. Это удивительное чудо, которое было заложено в мироздание еще при творении мира. Когда Всевышний создал море, он с ним сразу договорился и сказал ему: «Смотри, будет такой момент, когда ты должно будешь раскрыться. Вне зависимости от твоего желания, ты обязана море покориться и открыться». Отсюда происходит слово «еврей». Еврей – это который прошел по этому морю, которому Всевышний сделал чудо. Всевышний открывается человечеству, и это просто Всевышний был в зените. Это самая-самая такая топовая точка праздника Песах. У нас были целый год казни, но самый топ откровения Всевышнего человечеству – это раскрытие моря, когда мы пели песню «Какой же ты великий Всевышний!» Ты можешь изменить все мироздание, все по твоему желанию. Ты можешь сделать так, чтобы море стало стеной справа и слева и образовало коридор. На иврите «лаавор» – это «проходить», «иври» – это «который прошел», отсюда слово «еврей», «прошедший по морю». Написано в Торе, что очень тяжело получить парнасу, заработок на жизнь. Так тяжело, как открыть море. Очень тяжело человеку найти своего супруга, мужа или жену. Точно так же, как открыть море. Это очень сложные процессы. Но Всевышний открывает нам море, и нужно верить и молиться Ему. И в тот самый безнадежный в истории человечества момент, когда с одной стороны бушующее море, с другой стороны армия убийц, которые сейчас тебя разорвут в клочья, и ты не знаешь, что делать. У тебя два выбора. Или утонуть, утопиться, или пойти сдаваться в плен, умолять, чтобы тебя не разорвали. И Бог говорит: нет, вот это самая безнадежная ситуация. Я тебе сделаю сейчас такие чудеса, о которых вы будете вспоминать 3500 лет. Я всех поздравляю с праздником Песах. Давайте молиться Всевышнему, давайте верить, что Он нам будет открывать эти моря, море парносы, море поиска своего супруга, кто еще не женатый, мужа или жены. С праздником Песах давайте верить и знать, что Бог делает для нас огромные-огромные чудеса.